посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне и во веки веков. Аминь. Аминь. И вам извидим. Аминь, Господь, помойте. Господи, помилуй. Благословляем, благословящий Господь, священное тело, уповающий, спаси людей Твои, благослови. Настояние Твое исполнение, церкви Твое сохрани, святи любящие боголетие, дому Твоего, и тех, кто спасает по жизни, силу не оставит нас, уповающих на Тя. Мир, мир и вет Твоему дару, церковь, Твоим священникам, всем людям Твоим, яко всякое дание благо и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебе, со светом Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков.
Тобою благодатью человека любим всегда, ныне пресней, во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресней, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и же святых отца нашего Иоанна Архиепископа Константина Польского Златоустого, и святаго великомученика Федора Тирана, и священномученика Гермогена Патриарха Московского, их же и память ныне совершаем святых праведный Богу Отец, Акиман, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуста.